Центр помощи семьям военнослужащих в Одинцове работает с октября 2022 года. Важным проектом является и карточка семьи военнослужащего. По ней родные бойцов могут бесплатно посещать одинцовские музеи и пользоваться услугами в парках муниципалитета. Помимо этого, сейчас к программе подключают ряд аптек и магазинов. Владельцы карт смогут получать скидки. Об этом сообщил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов на встрече с родственниками военнослужащих, которая прошла в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина в Больших Веземах. Вопросы поддержки родственников и военнослужащих, и самих бойцов обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Как отметили выступающие, в Одинцове также продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи на площадке городского дома офицеров. С момента открытия 21 февраля 2022 года здесь собрано и отправлено в зону проведения специальной военной операции более 250 тонн груза. В сборе гуманитарной помощи активно участвуют общественные организации, представители бизнес-сообщества, учащиеся школ, волонтеры и одинцовские депутаты от «Единой России».